В России чиновников обяжут соблюдать правила современного русского языка. Соответствующий законопроект Минтруд внесет в Госдуму до 15 сентября. Законопроектом устанавливается, что при проведении конкурсов по отбору на государственную службу будет осуществляться оценка соответствия профессионального уровня кандидата квалификационным требованиям для замещения должностей государственной и муниципальной службы, в числе которых появятся требования к знанию государственного языка Российской Федерации, цитируют представители министерства «Известия». Ранее разработать и внести в Госдуму соответствующий законопроект поручил президент Российской Федерации Владимир Путин. Также глава государства поручил создать в правительстве межведомственную комиссию по русскому языку, которая будет проводить экспертизы словарей и справочников. С 25 июня по 1 июля состоялось общероссийское голосование о поправках в Конституцию. В основной закон страны в том числе планируют внести поправку о русском языке.